Текстурирующий спрей Builders Dust от компании Johnny Chop Shop. Привет, с вами Георгий Альфредович, на канале Я Бородач. И сегодня у меня на обзоре уникальный продукт для укладки волос. Это пудра в аэрозоле. Это совершенно невероятно. Я уже делал обзор на классическую пудру, на жидкую пудру. Но вот когда я увидел этот продукт, сразу понял, что просто обязан рассказать о нем. Главное, что нужно сказать, что внутри этого стильного баллона классическая пудра для волос, которая великолепно придает дополнительный объем волосам, приподнимает корни волос, добавляет текстуру вашим прядям. При этом после укладки волосы остаются подвижными и легкими. Но сами волосы как бы уплотняются и держат форму. Я думаю, что такой спрей должен быть в арсенале у каждого, кто обладает тонкими или редкими волосами. Это, как говорится, must have. Использовать такой спрей очень просто. Беру баллончик, встряхиваю, приподнимаю прядь волос и делаю один пшик. Достаточно 3 или 5 пшиков, и у вас будет идеальный объем и крутая текстура. В первую очередь нужно добавлять пудру на челку и на теменную зону. Именно эти зоны чаще всего требуют объема. Несмотря на то, что эта пудра в спрее, она не склеивает волосы. Даже если вы сделаете пшик вплотную к волосам. После нанесения пудра будет застывать около минуты. За это время вы легко сможете придать волосам желаемую форму и направление. Тут у меня опять же важное дополнение. Расчесывать волосы после этой пудры совершенно не нужно. Я бы даже сказал, вредно. Так вы убьете всю текстуру, объем и вот этот стильный хаос на голове. Чтобы раскрыть все плюсы этой пудры, просто взъерошьте волосы пальцами. Чтобы добавить еще несколько баллов к объему, можете позажимать пряди в ладони, немного оттягивая их вверх. В течение дня можно эту пудру и добавлять по необходимости. И что самое главное, вечером у вас все равно будут такие же легкие и подвижные пряди. Никаких жирных сосулек. Самое главное, укладка этой пудры займет у вас секунд 20. Ну, если с перекуром, то 30. При этом даже руки мыть не надо от стайлинга, так, например, с глиными или помадами. Пудра дает матовый эффект, поэтому ваши волосы будут дольше оставаться свежими, особенно если у вас волосы быстро становятся жирными. Опять же, с уверенностью говорю, что спрей подходит для всех типов волос и для всех длин. Тут заострю внимание, длина ваших волос может быть совершенно любой, поскольку пудру вы наносите именно на прикорневую зону. Пудру наносить нужно строго на сухие волосы. С этим строго. Думаю, что дизайн достойно отдельного внимания, когда берешь его в руку, создается полное ощущение, что это вещь из прошлого. Как будто вы купили в каком-то небольшом городке у какого-то старого загадочного барбера. Женским такой флакончик назвать совершенно невозможно. Да и вообще вся линейка от Johnny Chop Shop отличается шикарным, сумасшедшим дизайном. Это вот я к чему. Если не знаете, что подарить мужчине, смело берите любой комплект из серии Chop Shop. Но если вы никогда не пользовались укладочным средством для волос или еще не нашли свой идеальный вариант, ждем вас в сети барбершопов «Бородач». С радостью поможем подобрать идеальное укладочное средство именно для ваших волос. Ждем вас. Думаю, на этом все. Если остаются вопросы, пишите в комментариях, с радостью на них отвечу. С вами был Альфредович на канале «Я Бородач». Пока. Я бородач.